Алло, здравствуйте. Скажите ваш номер. Ну или представьтесь, пожалуйста. Нет, номер ваш. Ваш номер, скажите. Мне еще не пожалуйста. Не надо же с кем я разговариваю, да, пожалуйста, согласно приказу. Нет, скажите ваш номер. Или ваша фамилия, имя, отчество. Хорошо, тогда ваш номер, пожалуйста. 12, хочу сообщить о правонарушении продажи сигарет сладка по статье, ну, не установленном месте, плюс это сигареты поштучно. Находится возле улицы Гвардейцев Широницы, дом 108. Это вход в магазин, в рынок Наталка. С левой стороны. Адрес Широницы 108? Да. Какой? Рынок Наталка. Так он называется. Ваша фамилия, имя, отчество? Я хочу подать анонимное заявление. Ага, то есть вы анонимно подаете мне своих данных и не оставляете. Я не успею со мной поздороваться, спрашивайте мой номер. Очень хорошо. Вот это общение. Разберутся. Полиция одна, которую мы вызвали, проехала мимо. Хотя полиция сначала проехалась обратно и снова уехала в неизвестном направлении. Да, уезжают просто. По ходу дела информация была из-за того, что анонимно не передана. Полиция приехала минут через 12. Подошли, что-то сказали, и тот человек, который торговал, ушел и кому-то звонит. Вот, возвращается.